что ж, сегодня 30-й день нашего марафона «Эффективность на максимум», и мне нужно подвести итоги. А итогов очень много. Для меня лично, как для человека, как для личности и как для лидера крупной сетевой компании, как профессионала. Я попробую ничего не забыть и поделиться с вами своими самыми главными открытиями, а их просто огромное количество. Итак, когда я шла в марафон, я знала, что это будет испытание, потому что я человек достаточно загруженный и обремененный большим количеством обязанностей, но мне нужно было проверить себя на устойчивость. И вы знаете, я проверила и горжусь собой. За 30 дней я не пропустила ни одного урока, ни одного домашнего задания, ни одного занятия, и я сняла 30 видеороликов для вас. И это было одним из серьезнейших моих достижений, чем я и горжусь. Кроме этого, в первые же дни мне, надо сказать, в первый день мне пришлось заставить себя сесть и сформулировать свое четкое видение будущего. Естественно, с учетом новой реальности. И у меня это получилось, хотя это оказалось не так уж просто, потому что, как выясняется, мы не удосуживаемся четко формулировать какие-то не совсем понятные, не совсем конкретные для нас понятия, такие как видение будущего. Но от этого, оказывается, зависит все. И вся дальнейшая проработка, она делается уже в свете того видения, которое у тебя есть. И поэтому я все свои мечты, которые рискнула и набралась смелости сама для себя озвучить, написать, все эти мечты я научилась рассматривать со всех сторон так, чтобы эти мечты стали возможными, чтобы они были реалистичными и могли превратиться в план. И это было для меня очень важно. Кроме того, я смогла поработать над собой и приобрести новые навыки в том, как стать более успешным переговорщиком, классным супер-оратором, как научиться выстраивать красиво и правильно нужные связи. Я смогла поработать достаточно глубоко со своими ограничивающими убеждениями, проанализировать баланс всех сфер своей жизни и найти те якоря, которые заставляют меня в любой ситуации, несмотря ни на что, продолжать идти к своей цели. Кроме этого, я выяснила лично про себя довольно много интересных и многообещающих моментов, таких черт своего характера. Я увидела свои слабые и сильные стороны, смогла поработать над слабыми сторонами, усилить сильные стороны. И сейчас я могу сказать, что я лучшая версия себя за все 25 лет моего успешного продвижения в MLM-бизнесе. Что еще я для себя лично получила? Я убедилась в том, что все, о чем я мечтаю и чего я хочу и в чем мне нравится проявляться, я однозначно смогу получить только в сетевом бизнесе. И поэтому моя приверженность этому виду предпринимательства и моей компании, она возросла. И моя уверенность в себе значительно возросла. Мало того, я научилась продвигать себя, свое открытое, смелое, видение себя, видение этого мира и ценность, которую готова предложить я людям, я это смогла научиться продвигать в соцсетях и смело озвучить всему миру. И, в общем-то, сейчас я это делаю то же самое. Я открываюсь перед миром и этого уже не боюсь. Что же получила я как профессионал, как лидер крупной организации в большой успешной MLM-компании? Самое главное, что моя личная проработка сделала меня более профессиональной, более уверенной и более структурированной. И самое приятное во всем этом, что теперь у меня есть целый набор пошаговый набор технологий для того, чтобы практически любого моего бизнес-партнера провести по вот этой дороги трансформаций, которую прошла я за 30 дней, да, и я думаю, что к ней я буду возвращаться еще и еще, потому что есть еще более глубинные и важные вопросы для проработки, но очень приятно, что теперь я могу взять любую часть этой технологии, открыть свою тетрадь, в которой я это все фиксировала, и помочь каждому моему бизнес-партнеру почувствовать себя так же, как я, профессиональными, уверенными, компетентными, да, и это, естественно, принесет всей моей команде гораздо больший успех. Я от всей души благодарю команду наших коучей, которые очень щедро поделились с нами теми знаниями, которые получали много лет за очень серьезные деньги, и
то, что мы за это заплатили, и то, сколько мы в это вложили сил, это такая маленькая-маленькая часть того, что сделали они для нас. Поэтому огромное спасибо Людмиле и Анастасии. И также я снимаю шляпу, девочки, перед вами и вашей командой поддержки. Настолько красиво, профессионально, быстро и корректно работает вся система, и техническая поддержка, и обучение, и рейтинги, и возможность, то, что вы создали для нас, возможность коммуникации между собой, да, вы значительно увеличили наш круг общения друг с другом, да, что тоже сыграло свою роль и помогло нам более качественно пройти весь этот марафон. Поэтому, конечно же, я марафон буду рекомендовать своим друзьям, знакомым, просто предпринимателям и, конечно, в первую очередь, членам своей команды, своим лидерам. Огромное спасибо, буду участвовать в дальнейших обучениях, потому что мой рост, новый рост только сейчас начался. Всем удачи, успехов, смелости и много-много марафонов. Они очень нам нужны.